сколько лет вы проживете по знаку зодиака. Астрология и знаки зодиака зачастую вызывают интерес у многих людей, и один из вопросов, который может возникнуть, это сколько лет вы проживете в зависимости от вашего знака зодиака. В этой статье мы рассмотрим каждый знак зодиака и предполагаемую продолжительность жизни в соответствии с астрологическими учениями. Овен. Люди, рожденные под знаком Овна, обычно считаются энергичными и динамичными. Однако их жизнь может быть также полна риска и приключений, что может повлиять на их продолжительность жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни Овна составляет около 70-80 лет. Телец. Люди, рожденные под знаком Тельца, обычно проявляют стабильность, упорство и умение наслаждаться жизнью. Они склонны к заботе о своем здоровье и физической форме, что может положительно сказаться на их продолжительности жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни Тельца составляет около 75-85 лет. Близнецы. Люди, рожденные под знаком Близнецов, обычно проявляют сообразительность, адаптивность и коммуникабельность. Однако, их умственная активность и стремление к постоянному движению могут также приводить к разнообразным вызовам и стрессам, которые могут повлиять на их продолжительность жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни близнецов составляет около 70-80 лет. Рак. Люди, рожденные под знаком Рака, обычно считаются эмоциональными, заботливыми и семейно ориентированными. Они обладают высоким уровнем эмпатии и интуиции, что может помочь им в общении с другими людьми. Однако, их чувствительность и эмоциональная уязвимость могут также сказаться на их продолжительности жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни рака составляет около 70-80 лет. Лев. Люди, рожденные под знаком льва, обычно проявляют смелость, уверенность и страсть. Они стремятся быть в центре внимания и проявляют высокую самооценку. Однако их интенсивность и стремление к лидерству могут также приводить к стрессу и напряжению, что может влиять на их продолжительность жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни льва составляет около 70-80 лет. Дева. Люди, рожденные под знаком Девы, обычно проявляют практичность, аналитический склад ума и организованность. Они склонны к рациональному подходу к жизни и заботятся о своем здоровье и благополучии. Это может положительно сказаться на их продолжительности жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни Девы составляет около 75-85 лет. Весы. Люди, рожденные под знаком Весов, обычно проявляют гармоничность, дипломатичность и стремление к справедливости. Они стараются поддерживать баланс во всех сферах своей жизни и стремятся к гармонии в отношениях с другими людьми. Однако, их индуктивность и стремление избегать конфликтов могут также приводить к неопределенности и нерешительности, что может влиять на их продолжительность жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни Весов составляет около 70-80 лет. Скорпион. Люди, рожденные под знаком Скорпиона, обычно проявляют интенсивность, страстность и решительность. Они склонны к глубоким эмоциям и могут быть очень аналитичными и интуитивными. Однако их интенсивность и стремление к контролю могут также приводить к стрессу и напряжению, что может влиять на их продолжительность жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни Скорпиона составляет около 70-80 лет. Стрелец. Люди, рожденные под знаком Стрельца, обычно проявляют оптимизм, энергичность и стремление к приключениям. Они склонны к поиску новых горизонтов и позитивному взгляду на жизнь. Однако их склонность к риску и необдуманным поступкам может также влиять на их продолжительность жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни Стрельца составляет около 70-80 лет. Козерог. Люди, рожденные под знаком Козерога, обычно проявляют целеустремленность, ответственность и прагматичность. Они склонны к постановке долгосрочных целей и упорному труду для их достижения. Это может положительно сказаться на их продолжительности жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни Козерога составляет около 75-85 лет. Водолей. Люди, рожденные под знаком Водолея, обычно проявляют оригинальность, независимость и стремление к интеллектуальным вызовам. Они склонны к инновациям и обладают врожденным чувством справедливости. Однако, их склонность к непредсказуемости и иногда непостоянству может влиять на их продолжительность жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни Водолея составляет около 70-80 лет. Рыбы. Люди, рожденные под знаком Рыбы, обычно проявляют чувствительность, эмоциональность и креативность. Они склонны к глубокому пониманию других людей и могут быть вдохновенными мечтателями. Однако, их эмоциональная уязвимость и склонность к избеганию реальности могут влиять на их продолжительность жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни рыб составляет около 70-80 лет.
Однако стоит отметить, что знак зодиака является лишь одним из множества факторов, которые могут влиять на продолжительность жизни человека. Генетика, образ жизни, наследственные факторы, среда обитания, доступ к медицинским услугам и множество других факторов также играют важную роль в долголетии. Более того, астрология и знаки зодиака являются предметом верования и мистических убеждений, и научное обоснование их связи с продолжительностью жизни отсутствует. Нет научных доказательств того, что знак зодиака может определить, сколько лет человек проживет. Поэтому не стоит полагаться исключительно на астрологию и знак зодиака, когда речь идет о продолжительности жизни. Важно заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ жизни, получать регулярные медицинские осмотры и соблюдать профилактические меры для поддержания долголетия и благополучия. В заключение, хотя астрология и знаки зодиака могут быть интересными и забавными аспектами культуры, они не могут точно определить, сколько лет человек проживет. Продолжительность жизни зависит от множества факторов, и каждый человек уникален в этом отношении. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.